Пиджак, конечно, хороший, но жалко. Вот если бы был на размер меньше, да, я тебя отпустил бы. А так, Ник, рахмет. Может, ремень? Ремень, говоришь? Да. Да не, у меня у самого нормальный ремень. Рахмет. Давай я тебе 15 тысяч тенге дам. Деньги – это уже коррупция. Понимаешь? Я только бартером работаю. Я только за бартер. Точнее, за выгодный бартер. А фирменные часы не интересуют? Ну-ка, покажи, что за часы. Мура, встречай! Друг Драчунов тебе привел. Сидя. В смысле, Драчуны? Ты прям сам их видел, что ли? Ой, не только я там 17 человек видели, брат. Е-мое, такие молодые. Ну? Че, девчонок не хватает, что ли? Да не, братан. Драчун деген де просто обычный төбелес ко. А, айтпайсың ба ему, а то это. Прикинь, они в центре города, братан. Возле светофора кого-то избивали. Ладно, пошел я. Давай, я вытягивался. Че? Не волны? Да там один чемкенский подрезал, пришлось наказать его. Ездить не умеют? Достали. Чемкенский, говоришь? Сами откуда? С Чемкента. Эй, жигиттер, блин. Такие молодые, такие уже нервные, блин. Савар, гайда, савар. Ошенник, мордите! Эй, рот закрой, урод, блин! Ты достал уже, блин, на нерв действуешь, бать, с конца, а у тебя вот здесь же, елки-палки! Я пас, басовый язык, блин! Савар, ураков, вы что такой нервный? Ты спокойно, савар, блин, гайда. А кто такой Сабр? Терпила который, что ли? Вы точно из Шымкента? Ну да. Родились в Шымкенте, живем в Павлодаре. А, теперь все понятно. Елдеріңіз кім болады? Казахстан. Все понятно сами. Ладно. Жди до разбирательства. О, обед. Обед. Че, нормально? Да. Долго ждали? Не. Ну, короче, тут весь заказ, вот, вот, в принципе, ну, как вы заказали, там, вот, семга под икорным соусом, мясо по-тайски, на гарнир рис, овощи гриль. Все же, да? И вот от души, брат, от души. И десерт еще. Ага, вот, десерт на чай, тут тирамису и медовый кекс, да? Ну, тирамису мы. Вот все. А, кстати, вот тут счет, короче. Ну, плюс 10% заслужено и, конечно, там... Можно. Чаевые пожелания. Все хорошо, можно без дачи. Ну что, что-нибудь еще надо? А что насчет того, чтобы нас отпустили побыстрее? А, это надо уже у администрации спросить. То есть у следователя. Ну, если терпило заявление заберет, я думаю, решится. Рахмерно. Да. Ну, там, сами понимаете, сумма уже другая, будет спецзаказ. Поняли, поняли. Все хорошо, да? Тогда все закрываю. Это, просьба, вы там тихо посидите, ладно? У меня там на втором этаже, а то банк. Все, без проблем, брат. Не волнуйтесь. Давайте, а спустим.